Приветствую зрителей Политека. Я Екатерина Шумила. Геннадий Балашов, лидер партии 5-10, сегодня с нами. Геннадий, рады вас видеть. Здравствуйте. Геннадий, в Нидерландах не стихают антиковидные протесты, уже поджоги, ограбления магазинов, более 200 человек уже задержала полиция. Как думаете, Нидерланды это только начало? Да нет, судя по всему, им стало скучно, а это люди викинги бывшие. Им надо, у них же ежегодно проводятся такие праздники, когда они бегают за чем-нибудь и за кем-нибудь. У них очень много таких конкурсов, в которых надо очень много энергии потратить. То таскают друг друга, то еще что-то. Сейчас вот это выплеснулось на улице. Но в Нидерландах задержано 200 человек и посажены в комфортабельные тюрьмы, в которых это однокомнатные гостиницы пятизвездочные. Поэтому, ну да, случилось ничего. Это молодежь тестостеронная, которая протестует против несвобод, которые сейчас во всем мире насаждают государство. Мы сейчас просто видим, что те государства, которые дают больше свободы, у них ничего не происходит. А те, которые начинают ковид загонять их в дома, закрывать учреждения, то да, молодежь бастует против такого отношения к ней, потому что она требует больше свободы. Ну, Нидерланды – это очень стабильная страна, и ничего там не произойдет. Но если вы помните, в других европейских городах и Великобритании люди тоже выходили на улицы, потому что были не согласны с этими антиковидными мероприятиями и с локдауном. А в Украине мы видели только протесты предпринимателей. Если весной Шмыгаль вместе с министром здравоохранения снова украинцев отправят и бизнес на жесткий карантин, как думаете, согласятся ли люди и согласится ли малый и средний бизнес? Но малый и средний бизнес будет торговать и никогда никуда не выйдет, потому что это не революционный класс. И даже те ФОПы, которые стоят на Майдане, они не являются ФОПами, потому что все ФОПы торгуют и все ФОПы работают. А кто не торгует и не работает, стоит на Майдане, ну, скорее, подкупленные, а их водят задротичи, так называемые, которые всегда водят козу, чтобы влиять на правительство или войти в какой-то комитет, вот как Доротич все хочет в какой-то комитетик войти и на этом зарабатывать. Поэтому это все не настоящая революция. Просто бегать по улицам все могут позволить новое поколение, которое, в общем-то, сытое, и у них имеются ресурсы. То есть ресурсы на то, чтобы хотя бы бегать. В Украине немножко другая ситуация. Народ голодный, народу нету денег, и поэтому голодные очень слабо бастуют. Поэтому мы сейчас не можем видеть протестные настроения. Вот когда Киев начнет более серьезно зарабатывать по отношению к другим городам, тогда возможны киевские бунты предпринимателей, людей. Но я бы сказал, скорее граждан, которые, возможно, смогут в Киеве выходить на протесты. И тогда это будет уже серьезная угроза для власти. Вот как тогда на Майдан вышли, в основном это были, они из других городов приехали, но это в основном Киев поддержал, это носил пирожки, одевался в спортивные костюмы, лыжные дорогие, и тусил целый день на Майдане, это было для него как бы развлечение, а ночью там оставались люди уже, которых посвозили для того, чтобы сидеть в палатках. Поэтому этот процесс может повториться, но пока я не вижу предпосылок для этого. Вообще никаких. Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале. По его словам, вскоре в Украину поступит 1 миллион доз вакцины. Ну, Геннадий, традиционный мой вопрос. Согласитесь ли вы на прививку или, возможно, вы уже вакцинировались? Ну и как думаете, как будет проходить вакцинация в Украине? Спешить я не буду, потому что я переболел. Наверное, я могу там через полгода сделать. Где-то в июне, да, буду обязательно вакцинироваться. И всем советую вакцинироваться той вакциной, которую нам предоставят. Но для меня, например, важно, чтобы эта вакцина позволяла мне ездить в Евросоюз и в Америку. То есть, чтобы я предоставил какой-то паспорт, и что у меня есть эта вакцина, и я мог спокойно ездить. Конечно, буду вакцинироваться. Я же не дикий, цивилизованный человек. Если Екатерина II вакцинировалась, если Америка вакцинируется сейчас, даже, мне рассказали, 60+ бесплатно в Америке в Пабликсе. А Пабликс — это крупная сеть универмагов торговых, ну, магазинов продуктов, очень большие они. А там вакцинируются 60+ бесплатно. Прямо в универмаге. То есть, вот, наверное, у нас тоже постепенно мы придем к тому, что вакцинировать будут везде по желанию. И, конечно же, первыми должны вакцинироваться 60+, потому что для них самая большая опасность. И я рекомендую всех, кто 60+, еще не переболели, обязательно вакцинироваться, воспользоваться бесплатной вакциной.
Я думаю, что такая возможность в Украине будет предоставлена, потому что это, слава богу, не зависит от Зеленского, не зависит от правительства. Это давление Евросоюза. И мы видим, как сейчас это делается в Израиле. Там практически вакцинируют 15, ну, я не знаю, сколько там, ну, треть населения уже вакцинировали. И это процесс не такой страшный для людей. Вакцинируются. И мы тоже вакцинируем. Сейчас ходят слухи, что в правительстве разрабатывают такой пиар-ход, чтобы население не хотело делать прививку, и это якобы спасет министерство от того, что не хватает вакцин для всех. И когда большая часть населения скажет: нет, мы боимся этой вакцины, мы не будем ничего себе колоть, то это снимет некоторую ответственность с министерства. Возможно, вы об этом что-то слышали. Как думаете, действительно ли способна на это наше правительство? Ну, это тут не надо и правительство привлекать. У нас полудикая страна, у нас огромное количество православных московского патриархата, которые развоняются, скажут своим прихожанам: не колите, это от дьявола, это черт. Ну, в общем, напридумывают всякую чушь. Это же было всегда. В диких странах очень легко расходятся эти все мракобесные воззвания, когда с наукой борются, сжигают ученых за то, что они какое-то открытие сделали. Поэтому, да, у нас будет это происходить и без правительства. В конце концов, у нас есть каналы, которые будут настраивать против любой вакцины, которую завезет правительство. Она будет либо слишком дорогая, либо слишком дешевая, либо слишком китайская, либо слишком американская. Неважно. Оппозиционные каналы, им самое главное, ну, это медведчуковские, чтобы им новичок сюда завезли, этот их вакцина у них, новичок. Поэтому, а так как это завозиться не будет, они будут все время что-то придумывать. И сами же будут настраивать московский патриархат, чтобы он: чур-чур, не вакцинируйтесь. Поэтому да, это будет. Ну, полстраны, возможно, не захотят вакцины, но это их проблемы. Ну, люди дикие, хотят болеть, хотят умирать. Но мы с вами должны проповедовать здоровый образ жизни, и что вакцина, проверенная в Америке, в Бельгии, в Европе, сертифицирована, не опасна ничем, и можно вакцинироваться. Израильтяне пошли на 100% вакцинализацию всего населения. Они даже предоставляют медицинские карты этой фирме, которая поставляет вакцину. И они будут идти до конца, ну там, и как бы участвуют в этом. И Украина не избежит этого. И хорошо, я рад, что мы уже пол Украины, у нас цивилизованно, и я уверен, что они вакцинируются. Все. До одного, кто ездит в Европу к золотому миллиарду и хочет туда ехать, вакцинируются все 100%. Поэтому, ну, разумные люди, состоятельные, обязательно вакцинируются. Диких у нас много пока, к сожалению. Образования не хватает, телевизор тупит их, ну и так далее. Но нам, блогерам, с вами надо их, так сказать, раззомбировать, вытащить из Средневековья и втащить в 21 век. Среди моих знакомых, которые как раз боятся вакцинации, я слышу то, что их пугают побочные эффекты. Мы увидели уже новости, как в Нидерландах умерло после вакцинации более 25 человек. Ну и практически все вакцины, точнее все, не прошли еще все этапы, которые должна проходить вакцина. И якобы людей вот это пугает, что непонятно, что будет после вакцинации. У нидерландцев, у них продолжительность жизни, по-моему, там почти 90 лет уже, там 86 лет, средняя продолжительность. И то, что у них умирают старые люди, обычно от старости, а приписывают ковиду или осложнениям. Ну вот Нетаньяху, ему 71 год, выступал и говорит: я первый вакцинировался, чтобы показать, но ему возраст заставляет вакцинироваться. И говорит: сделали кровь, проверили, а там антитела подскочили отлично. И он будет делать вторую прививку. Поэтому, еще раз говорю, наша задача — людей успокоить и сказать, что не бойтесь прививок, проверенных на Западе. Бойтесь прививок, которые разбавляют мочой, как в России. Геннадий, спасибо вам большое за чудесное интервью. Геннадий Балашов был на Политеко. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.